Мне иногда кажется, что мы все становимся тупые и ничего не понимаем. Ну да. И в какой-то момент мы все тупеем. Вот просто по пальчику и почему-то все тупеем. Слушай, сади сюда. Этот мужик. Он какой-то военный. Он моряк. Не-не-не-не, что-то я что-то уже как-то знаешь. А прикинь, нас спасают всех. Смотри, мы же перчатки не одели, нас найдут быстро, понимаешь? Если ты не будешь полиции, если ты никого не сдашь, все. Тебя никто не клепанет, успокойся. Ну ты же меня сдашь. Я тебя сдам. Ты что, издеваешься? Нас никто не возьмет. Ну, а как нет? Успокойся, нас никто не возьмет. Я вот чувствую, что они что-то натворили. Что-то они замутили, сволочи. Когда они пришли, я зашла к ним в комнату. У Васи глаза забегали вот так вот. Он с Максом переглядывается, не знает, что мне говорить, заволновался, засуетился, вот так вот сидит, глаза бегают. Вот сейчас не надо говорить, что вы там ничего с Максом не обсуждали. Я вас подслушала, я слышала, о чем вы говорили. Ой. Нас не было 20 минут. Что можно сделать, скажи мне? Мы тут гадать не собираемся. Да, тихо, рот закрой. Скажи мне, просто может, если ты вали, если не принял. Ребят, за 20 ребят. Говори все как есть. Что вы вляпались? Лучше я раньше понимаю, сознаться во всем, чтобы потом не было проблем. Но, слушай, они тебя разведут, Максон, не слушай ничего. Она сказала, что она там что-то подслушала. Давай. Что? Тебе страшно? Я смотрю, что это. Нет, можешь давай, зайти. Пошла вон, говорю. Можешь зайти. Давай все вернем. Документы я тебе возвращаю за вознаграждение. И базар закрыт. Как бы все, убиваем, расход, и все нормально, брату. А? Господи, это что, продукты? Мы еще будем жить, что ли? Пожалуйста, давайте растягивайте, потому что это просто дары. Слушай меня что внимательно. Там? Сейчас одеваемся. Тихо. Мы можем с тобой сейчас еще посмотреть, может быть, там, где ничего-нибудь найти. Пойдем глянем. Пойдем. Может, вещи там. Так, а ты куда поперлась? Да я тоже искала. Куда ты искала? Ну да, смотри. Короче, смотри, я ее обшарил. Проверь, открыто. Да, она открыта. Еще один. Макс, тут пусто, в принципе. Нет, ух ты. Опа. Не знаю. Берем. Валим. Тихо. А пойдем-ка проверим. Там всякий мусор. Иди вот так, посмотри. Успокойся. Блядь! Валим.